Ветераны, участники нашего сегодняшнего совещания, тех людей, которые есть организаторами этого мероприятия. Я сейчас, с вашего разрешения, хотел бы Гагарина 11. Телевидение. Можно на секундочку? Да, давай. Чтобы мы обеспечили каждого визита. Есть развитие медицины и Гагаринская района. Они нужны, прежде всего, сами себе. Спасибо, что мне костыль вот дали, палочку, чтобы ходить немножко лучше было. Еще слуховой аппарат надо. Вот. Перечень таких мероприятий в 2014 году это будет регулярные по одной причине. То есть мы хотим в течение этого года, чтобы ни один ветеран Великой Отечественной войны, ни один инвалид, и дети войны, такая категория, не нуждались в такой вот именно необходимой помощи.